Все населенные пункты Камчатки по дороге дальше поселка Атласово пока недоступны. Под угрозой мост через реку протока Быстрый. На 150-м километре автомобильной дороги Мильково-Ключи, Усть-Камчатск. Правая Быстрая. За 2 дня берег размыло. Земляное полотно на подходе к мосту размыла река, которая сейчас в теплые июньские дни быстро наполняется талыми водами. Движение закрыто на участке от 120 до 153 километра автодороги, от примыкания к поселку Атласово до примыкания к селу Эсса. Запрет действует для всех видов транспорта. Подтопление сейчас отмечают и в некоторых районах края – Соболевском и Пенжинском.